Здравствуйте, в эфире информационный выпуск «День за днем» в студии Олег Соловьев. Смотрите сегодня в программе. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. За прошедшую неделю произошло ряд существенных изменений. Есть вопросы, которые необходимо нам обсудить. Ограничение въезда в Десногорск. Как работают контрольно-пропускные пункты? Если ситуация будет развиваться, так сказать, бурно и не в лучшую сторону, конечно, меры будут ужесточены. 7 апреля прошло еженедельное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На повестке дня вопросы, так или иначе касающиеся эпидемической ситуации в Десногорске. Очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло под председательством главы Десногорска Андрея Шубина. На повестке дня вопросы о мерах противодействия коронавирусной инфекции и ее профилактике на территории города. У нас за прошедшую неделю произошло ряд существенных изменений. Есть вопросы, которые необходимо нам обсудить и принять решение. Главное событие последних дней. В Десногорске зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Человек с признаками ОРВИ прибыл в Десногорск из другого города на своем личном автомобиле. Почувствовал недомогание и обратился в инфекционное отделение медсанчасти. Там он был изолирован в отдельную палату. Позже тест на наличие коронавирусной инфекции дал положительный результат. В данный момент пациенту оказывается вся необходимая помощь. В учреждении были уже заранее готовы к подобному развитию событий. В связи с тем, что во всей стране, во всех лечебных учреждениях развертываются койки инфекционного профиля для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в связи с приказом министра здравоохранения, в нашем учреждении также разворачиваются такие койки. Продолжается работа с теми, кто находится на самоизоляции. В первую очередь это пожилые и приезжие из других стран. Далее контролируем работу автомобильного транспорта совместно и с администрацией, и самостоятельно мы выезжали уже. Проводили рейдовые проверки по исполнению управляющими компаниями, соблюдение уборки. Кроме того, ведется работа с горожанами, которые до сих пор не воспринимают угрозу пандемии всерьез. Проходит сейчас на сегодняшний день пока разъяснительная работа, чтобы не привлекать к административной ответственности. Пока мы это не делаем, предупреждаю. Штрафы там, кто читал новый административный закон, начинаются от 15 тысяч. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям будет проходить еженедельно до конца апреля. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ. Указом губернатора области въезд в Десногорск ограничен с начала апреля. Меры касаются в первую очередь случайных гостей города-атомщиков. Подробности далее. Дорога от Варшавского шоссе – основная транспортная артерия в сторону Десногорска, движение по которой привычно контролируется камерами видеонаблюдения. А с 4 апреля здесь установлен блокпост, препятствующий свободному движению автотранспорта. Причина – пандемия коронавируса. Затор на въезде в Десногорск – это небольшая плата за безопасность в Атомграде. У каждой машины инспекторы спрашивают документы и цель визита. В это же время волонтеры замеряют температуру. Указом губернатора Смоленской области въезд в Десногорск ограничен в первую очередь случайным гостям. Тем, кто в Десногорске не работает и не прописан. Но главное, блокпост способен выявить людей с температурой, потенциальных переносчиков коронавирусной инфекции. Водители к новым мерам относятся с пониманием. Такая обстановка сложилась, надо реагировать правильно. Хорошо, конечно. Нет, не затрудняет. Наоборот, хорошо, что въезд в город проверяют. Да, я думаю, хорошо. Потому что надо защищаться все-таки от пандемии. Такими мерами, принятыми на уровне области, подтвержден особый статус Десногорска как города-спутника Смоленской АЭС. Этой же организацией контрольно-пропускной пункт усилен вооруженной охраной. На сегодняшний момент Смоленская атомная станция приняла непосредственное участие в создании условий для вот этих вот исполнения своих функций войсками Росгвардии и полиции. Если ситуация будет развиваться, так сказать, бурно и не в лучшую сторону, конечно, меры будут ужесточены.
Развитию ситуации по худшему сценарию и должен воспрепятствовать ограниченный въезд в город. Блокпост установлен как со стороны Варшавского шоссе, так и со стороны поселка Богданово. Кроме того, бетонным блоком заблокирован проезд через речку Присмару. Не удастся заехать в город и окольными путями. На них поработала тяжелая техника. Без изменений на данный момент остается маршрут в сторону садоводческих товариществ. Дорога на Кукуевку все так же открыта. Кукуевку мы движение не ограничивали, потому что там везде тупик. И как бы Кукуевка – это, считайте, второй наш город. И людям как-то сейчас посевные, кто-то саженцы, кто-то еще сажает. Указом губернатора Смоленской области от 3 апреля меры ограничения въезда в Десногорск действуют по 30 апреля включительно. Будут ли они скорректированы в большую или меньшую сторону, зависит от динамики распространения коронавирусной инфекции. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ. На этом наш выпуск завершен. Смотрите наш телеканал, а также наши профили в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. Всего доброго!